Мое сердце болит тоскою полное, мое сердце зажато в тиски, где-то между грудью и костями реберными, позабыто мной без любви. И не слышу, как бьется оно, забываю о нем так часто, что лишь только одним умом жить для сердца очень опасно. А я ведь его люблю, я хочу писать стихи, я хочу зажечь его снова, я хочу кричать, мое сердце горит. Не обжечься и не спалить волосы, не обжечь никого и не убить. Я хочу, как железные птицы, рисовать на небе белые полосы, и пусть Икарус меня благословит. Я наполню любовью сердце прямо в это мгновение. Я люблю тебя, и я смогу. У меня было такое видение. Я в него запущу все, все, что так сильно люблю. И я снова ему говорю: сердце, я тебя люблю. И пусть стих мой, как медитация, окутает мир теплотой. Пусть увидит в нем ум проницательный все горы мира и услышит морской прибой. Пусть вдруг скрикнет так ярко, так радостно, вспышкой золота в небесах. Я хочу любить искренне. Я хочу любить радостно, я хочу дарить всему миру себя. Я хочу улыбаться и видеть улыбки, о страданиях всех позабыть, и найти новый мир, по клочку, по нитке, и подарить ему себя. Просто сердце родное, гори. Пусть как ветер с семи морей дует прямо в лицо жизнь мне. Пусть живу я каждый день, не для денег, а для души. Пусть долги, договоры и привязи отпускают меня навсегда. Пусть сгорают в моем ярком пламени все, что хочет сжечь в нем моя душа. И пусть светом жизни я, окрыленный, опрокину на вас небосклон, и пусть выльется он морем чистым, и из тела все смоет вон. А сердце пускай наполнится всем, что я так сильно люблю. Пусть насытится, пусть преисполнится и заполнит мою пустоту. А когда оно улыбнется, как всегда, просто так, невзначай, сердце каждого вдруг проснется, соберемся и выпьем чай. Олег, 13 апреля, 2022 год. Благодарю тебя.